Но кроме того, ими были сделаны еще кое-какие находки по сравнению с греческим языком. Например, греческое слово «анастасис», которое обозначает «воскресение», это слово, которое в первую очередь подразумевает просыпаться, подъем, вот, пробуждение. И уже потом оно стало обозначать воскресение. И действительно, в некоторых церковных текстах, значит, Господь Иисус Христос восстает и так далее. Но славянское это слово «воскресение» неспроста взяли Кирилл и Мефодий. Глагол «кресите» у славян был. Ольга, язычница еще, говорит древлянам, которые ее охочего до дани мужа, значит, подвергли мучительной казни. Она, ну, притворяясь, ну, неважно, говорит им: «Мне уже своего мужа не кресите», то есть не воскресите. Значит, понятие о воскресении у славян было. И слово это, которое связано со словом «кресать», высекать искру, у славян было. Кирилл и Мефодий, они взяли именно это слово, которое встало в ряд, вот «Христос», «воскресение», «крест». Это все слова разных корней, разного происхождения. Но на славянский именно слух они стали звучать похоже, как паронимы. Паронимы – это слова типа земной, земляной, которые вот звучат похоже, а значит по-разному. А поскольку церковные тексты – это не только сокровище богословия, но и сокровище поэзии тоже, это ведь и поэтические тексты, к ним применимы некоторые законы поэтического языка, в частности, так называемая паронимическая аттракция, когда слова вроде бы разные, в художественном тексте, встречаясь вместе или там близко, начинают ассоциироваться как связанные. Ну, вот пример из поэзии. Да? «Из года в год негодная погода». Ладно, там все слова однокоренные. Хорошо. Вот разнокорневые. «Утро брезжит, а дождик брызжет». Вообще два разных слова. Но в силу паронимической аттракции они сближаются в одном и том тексте. Или, например, ну, может быть, не самый удачный пример, но тем не менее из поэзии. Из Андрея Вознесенского. «Ах, дикарочка, дочь Икара». «Дикарочка, дочь Икара». Тоже паронимическая вот эта самая аттракция. Мало в каком языке три вот этих слова «Христос», «Крест» и «Воскресение» связаны даже на слух. Это если коротко говорить о том, что сделали Кирилл и Мефодий.